однажды летом приснился Новый год. По зеленым травам Снегурочка плывет, а ко мне с букетом из ромашек заявился Дедушка Мороз. И такой мне ларец волшебный преподнес. Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем, а веселые зверюшки мой перевернули дом. Доброе утро, дорогие друзья! Вот и приближается самый волшебный, самый долгожданный праздник – Новый год. До него остается совсем чуть-чуть времени, и всю предстоящую неделю мы будем поздравлять вас с наступающим праздником. Сегодня это делаем вместе с очаровательными снегурочками Ольгой Строгановой и шоу-балетом «Микс». Мы желаем здоровья вам и вашим близким. Мы желаем, чтобы в будущем году все ваши мечты сбылись. Дорогие пермяки, мы желаем вам любви. Любите и будьте любимы. Пусть наступающий Новый год будет годом исполнения желаний. Пусть все, что не удалось реализовать в этом году, обязательно произойдет в следующем. Верьте в чудеса и надейтесь только на лучшее. Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай, и все, о чем мечталось, спроси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает. Пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют.